думаешь, что Маяковский? А потому что ты так читаешь. А я тоже подумала Маяковский. Такой, с такой вот манерой. Ну, все-таки в нашем представлении дилетантском, скажем так, который не слишком глубоко знают я творчество. Спросил сегодня у менялы, что дает за пол тумана по рублю. Как сказать мне для прекрасной лавы по-персидски нежное «люблю»? Я спросил сегодня у менялы, тише ветра, легче ванских струй. Как назвать мне для прекрасной лалы слово ласковое «поцелуй»? И еще спросил я у менялы, в сердце робость глубже затая, как сказать мне для прекрасной лалы, как сказать ей, что она моя? И ответил мне меняла кратко, о любви в словах не говорят, о любви вздыхают лишь украдкой, да глаза, как яхонты, горят. Поцелуй названия не имеет, поцелуй не надпись на гробах, красной розой поцелуи веют, лепестками тая на губах. От любви не требуют поруки, с нею знают радость и беду. Ты моя, сказать лишь могут руки, что срывали черную чедру. Это ближе к Есенину немножко. Да? Ну, это романтичнее. Но потом вот у тебя манера чтения, ты как поешь. А так и надо? А как иначе? Ты поешь, а не читаешь. Я у тебя не то, что пою, поющий. Я интонирую. Я бы так не сказала. Ну, я не знаю, как, какой термин можно, каким термином это можно определить, но, в принципе, ты голосом поешь стихи, а не читаешь. Это плохо? Нет, это твоя манера. Это твоя особенность, да. Это ты. Это мне твоя говорят, индивидуальность. А когда я вот так читаю, мне говорят, потому что очень нет, пафосный. Ну и что? Нет, ну, часы же, ты лучше меня знаешь, они могут читать так вот по-разному, есть какие-то разные, видимо, классификации и так далее, но у тебя именно вот такая вот. Но ты поешь. Конечно. И я слышу, как он, можно сказать, из стиха делает музыкальное произведение. Ну, вот у него стихотворение, это музыкальное сильное, произведение. Да, это сильная черта. Я сам и композитор. Да, конечно. Я тебе давно хотела об этом сказать. Еще могу. Да. Но я то, думаю, не я первая тебе это говорю. Давайте. Нет? Нет, мы не говорили. Да? Как-то так сам. Нет, он к этому стремится. А это назовите автора и... Автора? Ну, да, автор тот же. Точно. Не могу, конечно, и другой, но сейчас просто такая тема. И на певучесть, пока подчеркиваю. Ну, согласись, что он поет, а не читает. Так как я играю певучий, да, поэтому есть ниточка вот эта. Подожди. Да, поет. Соединяющая. А ну, можно... Утром в ржаном закуте, где золотятся рогожи в ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, перечесывая языком, и струился снежок под талой потеком, теплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. По сугробам она бежала, поспевая за ним бежать. И так долго дрожала воды незамерзшей гладь. А когда чуть плелась обратно,
слизывая пот с боков. Показался ей месяц над хатой одним из ее щенков. Синюю высь звонко глядела она скуля, а месяц скользил тонкий и скрылся за холм в поля. И глухо, как от подачки, когда кинут ей камень в смех, покатились глаза собачьи золотыми звездами снег. Гениальная история, да? Надо же. Какая картина. Психологически. Другая картина. Эх, вы сани, а кони, кони, видно, черт их на землю принес. За лихватском степном разгоне колокольчик хохочет до слез. Ни луны, ни собачьего лая, вдалеке, в стороне, в пустыре. Подержись, моя жизнь удалая, я еще не навек постарел. Пой, ямщик, вперекор этой ночи, хочешь, сам я тебе подпою. Про лукавые девичьи очи, про веселую юность мою. Эх, бывало, заломишь шапку, да заложишь в оглобли коня, да приляжешь на сено охапку, вспоминай лишь, как звали меня. И откуда бралась осанка, а в полуночную тишину разговорчивая тальянка уговаривала не одну. Все прошло, поредел мой голос. Конь сдох, опустел наш двор. Потеряла тальянка голос, разучившись вести разговор. Но и все же душа не остыла. Так приятный ей снег и мороз, потому что над всем, что было, колокольчик хохочет до слез. Здорово. Спасибо.